Всем здорово, пацаны, с вами мы продолжаем играть на сервере Смотра МТА номер 3. Все как всегда, я просто от вас не ожидал. Перед началом данной серии я написал, что жду всех возле СТО ЛВ, кто хочет попасть в серию. И посмотрите, сколько здесь народу. Просто жестко, они прям там вдали стояли, такой писали, где он, такой, тут. Короче, хочу передать привет Миксов, Psychical Bad 63, но это стандартный ник МТА, ну ладно, Никита, Fail Crew, Invoice или Invision, Invoice, вот, Косой, Русик СПБ 161, кто там еще стоит, я уже не вижу, Ягами Light, вот, Айдара Скрапа 2, и Чета Приора Хазачия. Стопе, лазить. Там такая Нива стояла, прям прикольная. На 178-м. А, это Миксов, я знаю его. Ладно, короче, в чем прикол? Хотите увидеть спойлер на серию? Как вы поняли уже по названию ролика, ДТП, что это будет, но они же приехали, значит, они хотят увидеть спойлер. Да. Куплю номер, да, кто-то приехал сюда какой-то, короче. Вот такое. Все посмотрим, может, что-то кто-то напишет. Ну, такое. Все пацаны молчат, короче. Как видите, справа у меня осталось 1.5 лимона. Короче, вчера в игроках Ханкук я приобрел данный автомобиль. Я зашел. Короче, вы. О, Поршик прикольный, кстати. Миксофа. Есть такая группа ВК под названием онлайн-продажа авто смотра. И не только авто, всякая онлайн-продажа, короче, имущество на сервере Смотра МТА. Вот. Зашел я тогда, смотрю и вижу, пацан продает данную бэшку. Как вы не знаете, я еще хотел купить, наверное, месяц назад, но я спросил, сколько это будет стоить, чтобы сделать. Мне C4 клан, посмотрите просто на карту, сколько людей. Мне написала C4 глава, короче, что это будет около 8 лимонов. Пытался купить, они писали типа десятку. Я вчера ему написал, он такой, за 5 продаю, за 4 и 5 отдам как ютуберу. Я такой, чего? Такой, ну надо, короче, брать. Я уже его немножечко подредактировал там. На капоте, по бокам, цвет немножко синий прибавил, вот. И, короче, пацаны, у меня опять не было мест, видите, у меня минус 2 места, и я просил кого-то дом, Нестора не было в сети, и я такой написал, типа, ща ищу дом, он такой, давай я тебе дом отдам, я такой, думаю, что за фигня, что, когда я хочу купить тачку, мне все дают дома, вот, и что мне не нравится, пацаны, а, короче, купил ее за 4,5. Там налог его, кстати, был 30 тысяч, там не очень много. Но прикольная бэшка, сейчас мы поставим сюда номер, конечно, жалко. Короче, все тачки мои хорошие на номерах. Вот смотрите, хам 300-777, вообще четкий номер. Но придется его менять на OMM003, потому что это тройка. Вот. Что я хотел изменить в данный BMW, это, пацаны, диски. Потому что диски, как вы видите на экране, вообще не такие. Там стоят в игре вовсе другие. А сейчас я покажу именно какие. Так что давайте заедем в дисочки. Открываем каталог колес и ищем наши диски. Вот, пацаны, я нашел их. Это точно те же диски. Так что давайте их покупаем, открываем каталог. По выносу это все. Давайте немножечко отредактируем. Все, за 300 тысяч покупаем, пацаны. Теперь у нас более-менее похожие BMW. По вообще ксенон это все уже стоит. Там только осталось, пацаны, поставить номер. Так что садитесь. Я на него номерок приготовил, это что косой. Кто хочет садитесь, короче, кто первый, тот и сел. Вот. А сейчас каефный номерок, короче, не к нам. СПС. Мне просто не нравится этот F90, у нее номер прям красивый, как у меня на E60, 4X.
Ладно, поехали на ЕКХ. Так, пацаны, мы приехали на ЕКХ, заезжаем в первую мою любимую букву. Жалко данные номера, если бы у меня не было серии, я бы их оставил. Ну да ладно. Так, за российские номера. О-003. О... Да, конечно, ООО, конечно. 777, проверяем. Можно установить лимон ОММ, где они? Вот, 777. Все верно. И покупаем. Минус лимон. И всего лишь у меня осталось на руках 216 тысяч. Я задолбался, если честно, уже работать. Вот. Теперь берем и... Оп. Респавним. Все, пацаны, теперь наши троечные номера. Посмотрите, у нас уже 4 тачки в коллекции. 002, 003, где она, блин? 003, 004 и 005. И все это BMW. А, лол. И, конечно, данные номера, которые здесь были, были покруче. Ну, типа, в плане цены. Но, здесь, но эти прикольные. Вот. Также, пацаны, я хотел сказать, что мне нету серии, чтобы записать. Нет, одна серия уже записывается, выйдет против... одна серия уже записывается, она выйдет в течение недели. А вот хотел заснять гонки на желание, которые вам нравятся, только я не могу придумать желание. Так что пишите в комментарии. А также хотел сказать, что у меня проходит конкурс на сервере Смотрантона на 7 лимонов. Кто не знает, участвуйте, кто, может, первый зашел на сервер. А Паша... Бануться, можно так сказать, и хочет крутануть. Ну, блин, 200 тысяч, я хочу крутануть рулетку, может, что-то и выиграю. Если 130 выпадает, я сразу ухожу. Прикол, пацаны, сейчас 5 лимонов или 15. Ты что, с ума сошёл? Боже, лайте, удачи. Вот. Короче, нет уже чего. Ладно. Раз. Короче, пацаны, минус. Минус 200 тысяч, давай. Давай. 75. Давай, все, последний раз. 3 раза нам хватает. 20 тысяч. Пиздец. Пень лимона! Чё? Совпадение? Не думаю. Чего? Чего, пацаны? 300 тысяч оставалось. 5 лимонов выпало. Ёпарасете! Чётко. Бля, 300к оставалось. Пи***ц. Чего 5 лимонов, пацаны? Если кто не знает, я раньше вообще играл на этом. На... На CCD, посмотрите, сколько приехало. Я играл на CCD, мне выпало с второго раза 5 лимонов. А тут... Третье, у меня прям предчувствие было. А прикол, я бы третий раз не крутанул. Лол. 300к. Пиздец. Пиздец. С третьего раза. Капец. Посмотрите, сколько наехало, пацанов. Ё-моё. Здорово, короче. Все в серии. Никита, Фейл, Крюхам, Смел, Стом, Дэдди Фрабс. Короче, завтра или сегодня серийка. Лол, 200к оставалось. Решил сыграть. Пипец. Ну, пацаны, вот это пипец, ты дип. Это все BMW, пацаны, это все BMW. Я такой думаю, уже буду работать. А на тебе 5 лимонов с утра, на. Фух. Короче, пацаны, что-то очень жесткая серия. Дайте хотя бы зафотать на телефон, кинуть в беседу. Кстати, кто в беседу еще не вступил, там ссылочку в описании. Заходите. Вот. Ну а с вами был Эван, короче, пацаны. Всем спасибо, кто был. Если было 15, я бы вообще охренел. Просто. Ну так, 5 лимонов. От души, душам на душу. Казик, спасибо. Казик, не зло. С вами был Ивушка, пацаны. Всем спасибо, кто посмотрел данный ролик. Пишите комментарии. Всем удачи, пацаны. И всем пока. Да, пацан, пишите зарядку, конечно. Давайте. Все, молодцы.